300 лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе. Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Верфони Буби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Roblox! Хаюшки, братва! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня мы с парнями будем строить самый огромный крутой аквапарк в мире. Ну а вы ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нам с парнями будет безумно приятно. Ну что, парни, вы готовы строить самый потрясающий, самый великолепный аквапарк на белом свете? Да. Да, самый безумный аквапарк на белом свете. Тогда давайте строить. Я буду строить, парни мне будут помогать. И самое интересное, ребят, в этом аквапарке можете купаться даже вы. Ведь сейчас начинается лето. Мы построим этот аквапарк для вас, поэтому подписывайтесь, кто не подписан. Ну что, парни, начинаем обустройство. Смотрите, что у нас тут есть. У нас тут, наверное, начать нужно... С дорожек, правильно? Ну, конечно, конечно. Надо дорожки поставить, бро. Сначала тогда сделаем здесь вот все такое интересное для входа, правильно? Ой, ну, как красиво. Для входа можно посидеть. Ну, камушки поставим, ребят. Пока что это все дешево. Сделаем декор нашего входа в наш аквапарк. Во-во-во, смотрите, вот это круто. Кайф. Красота. Вообще. А? Лютый кайф. Да. Вот это я понимаю, парни. Если честно, я бы уже, знаете, где чилил? На пальме. Я бы уже вот тут сидел. На пальме или вот здесь? Не-не-не-не-не, я бы уже мог купаться вот тут, тут же пляж. Я бы мог вот так плавать уже. А если акулу, бро? Так у нас вот, смотри, буйки, а они не заплывают за буйки. Они не пройдут через... Да, они не заплывают за буйки, так можно, да. Ну ладно, ладно, если так, тогда хорошо, бро, надеюсь, это правда. Ну давайте, ладно, парни, строим первую горку нашу. Поехали. Давай. Смотри, Андрюх, я уже сверху. Ну да? Что, Бабян, готов скатываться? Ай, куда? Головой упала! Там горка есть. Ай, все, голова упала. Нет, она есть, она появилась. Нет, когда я прыгал, ее не было. А, ну да, ты не успел просто. Ладно, я поехал. Ну что, друзья? Я заплатил просто за горки и все. Как вам кайфовая эта первая горочка, ребят? Напишите в комментах. Тут парни, смотрите, что... Я себе шею сверну. Забирайтесь-ка наверх, быстрее. Тут есть еще одна, все вместе поедем. Давайте. Втроем. Вау, крутяк. Да, забирайтесь, забирайтесь, Бабян уже залез. Давай, вот сюда? Андрюха, налево вместе поедем. Погнали. Подожди, сейчас Андрюху. Давай, четыре. Раз, два, три. Один. Опа! А как? Опа! Акуна, а как Бабян поехал? Я тоже хочу поехать. Ты как Бабян поехал? Я не знаю, я просто кувырками поехал. А, ну прыгнуть надо было. Я понял, там она и надо... О, поехал! Полетел, полетел, горками! Молодой. Надо было вылетать с горки, было бы забавно. Чуть не утонул, мужики. Видите, ребят, это только две горки, а как весело, а? Да, нам не хватит. Да, не, нам не хватит. Давайте ставим здесь вот защитные всякие штуки. Так, а уже что-то... Если что, прям на них можно было падать. Подождите, да? А куда я все деньги потратил? А, я их... не знаю, бро. Я их даже не взял еще. Вот они здесь, денежки-то. Я даже деньги и не взял. Это бумага, братан. Так, здесь еще деревья. Здесь еще этаж первый. Так, здесь еще флор. Вот это первый этаж. Пилаж. Офигеть! Круто, парни. Так, стал ставим бы, глаз. Бы поставили. Виндоу. Это у нас теперь будет домик нашего этого, правильно? Нашего аквапарка. Ну, кайфовый супердомик. Можно будет зачилить, если что, либо тут будут горки тоже внутри. Ну да. О, тут нифига себе, сколько улучшений. Все такие дорогущие, мужики. Да. Да, ну, капец. Пора зарабатывать деньги. Так, пора зарабатывать деньги, но тут есть дабл кэш. X2. Дабл кэш. Покупаем, ребят. Оу, дорого. Ага, сначала надо купить робоксы. А вот и робоксы подъехали. А вот и дабл кэш подъехал. 2x money. Дабл кэш. Еее, актив. Че пишет not актив X2? Актив комплиты. Забрали деньги. О, ну и not актив X2. А, не-не, по-моему, в два раза больше. По 90 теперь дают. Нормально, парни, было по 45. Богатей, богатей. Богатей. Ну че, ребят, 50 тысяч к тому времени у нас уже накопилось. Так че, будем устраивать внутри или снаружи? Да как да хочешь. Везде надо, давай. Давайте везде. Просто внутри сначала, а потом сделаем супер аквапарк. Ну да. Давайте, стероид. Тут тоже можно аквапарк Table сделать. Все равно тут больше денег дают. Чем больше музяка покупаешь, тем больше денег. Садитесь пока, парни, я тут все расставлю. Сейчас накрою поляну. Я сел. Жесть, денежки мы тратятся. Сидим. Мужики, все, у меня уже почти все кончилось. Ну все, и дабл кэш, бро. Не-не-не, копилось-то без дабл кэша, пока мы там это все покупали. А, ну да. Так, здесь можно посидеть. А все, здесь улучшалки мы почти все купили. Вот тут вот только клининг. А, нет денег. Сколько он стоит? 12 ну, слушай, тысяч?
дорогое занятие, аквапарки строить, так понимаю. Да, очень дорого, но у нас есть 12 тысяч, парни. Пойдемте купим вот этот клининг, и там больше нет улучшалок, внутри больше нет. Наверное, потом разблокирую сану. После клининга? Не понял. А сколько? 12 300, а у нас 12 200. Спасибо. Я думал, нам хватает. Вот теперь, друзья, все. Теперь точно хватает. Пойдем. Хорошо, хоть пару горок построили. Будет чем заняться, парни. Ну да. Лайтс! 32 тысячи лайтс! Не, нужно строить, ребят, уже возле. Нужно денежки тратить уже с умом, потому что они быстро кончаются. У нас не так много. Давайте поставим здесь пила. Не, ну смотри, тут постройка есть уже нормально какая-то. Здесь флоур. С крышей даже. Ну да-да-да, хорошо, что хотя бы что-то у нас есть. Док. Ну слушайте, тут вон изи пока, тут дешево стоит. Боут. Угу. Это вообще изи, легко, дешево. Ну можем... у тебя тут карета. А я поехал. А, она не едет, жалко. Очень жалко. Баркерная тяга не поехала. Так бы было прикольно, ребят, покатались бы. О, ну, какая еще лодочка, а? Вот это кайф. Торпеда, яхта. Вообще, вот это солидно, ребят, наш аквапарк уже выглядит. Слушайте, наверное, нужно было вначале делать все на улице. Тут небольшие цены такие. И нам дают больше потом, мы можем зарабатывать. Да. Ну, может быть, ты прав. Вот, дерево я поставлю, тейбл поставил. Во, еще деревья, эрия. Вот, а тут по 30, блин, по 300, а мы по 1000 покупали. Ну и нормально. Ну, я посидел. Тут вообще он все дешево, ребятки. Смотрите, амбрелла, тейбл. Вот опачки, так. Опачки, дешево и сердито. Еще один этаж, а там что, горочка новая? Сейчас, парни, здесь поставлю. Здесь вон докуплю вот так. Смотри, это лягушатник, бабян, горка для малых. Да. Так, ну у нас тут, ребят, большая горочка образовалась. Погнали залезем, погнали попробуем. Рейлинг. Так, и саму горку, парни, купил. Вау! Смотри, какая! Ля, какая красота! Цвет вот это кайф. Цвет вообще бомбовый. Просто цвет шикарнейший. Вот это красиво. Вот это да. Так, пойдемте теперь в другой стороне тоже купим улучшалки. Ну, параллельно сейчас денежек возьмем. Погнали, погнали. И нормалек будет. Вон, тем более уже SX2 накопилось 27 тысяч. Ну и нормас. Ну, вообще с кайфом. Работаем. Вообще потрясающе. Так, ставим здесь. Барьерс, чайрс. Ставим здесь. Вот тут уже, конечно, подороже, мужики. Вот я хочу сказать, здесь уже цены, тут цены элитный дороже. Район, элитный район. Элитный райончик, ребят. Лайтс. Хорошо, степс. Чайрс. А все, денег не хватает, парни. Да, блин, все кончилось. Денег больше нет. О, автомат с газировкой. Такого нельзя. А где газировка? Эй, там смотри, автомат есть, а внутри ничего нету. Да, обман. Надурили, друзья, надурили. Ладно, парни, погнали на горочку. Прокатимся. Давайте, на какую? На большую давайте, на белую. Ну почему бы и нет, погнали. Давай на белую, полезли, прокатимся с кайфом. Ребята, ну аквапарк, вот кто любит аквапарки, лайкусик ставим, я обожаю. Вы можете залезть? Да, давай. Мы можем залезть. Ну что, 1, 2, 3! Ё-моё, как круто! Покатился головой! Бабя, ну тут не глубоко, кстати. Для меня глубоко. Очень? Андрюха, Настя скатился. Для меня вообще могу стоять. Андрюха просто сбежал с горки вниз. Даже не скатывался, просто вниз бежал. С обезьянника сбежал. Не понял, ты что сейчас сказал, повтори. Так, ладно, сколько у нас там денежек уже накопилось, как вы думаете? Я сейчас пойду украду их. Ну, давай посмотрим. О, много! Кради, кради, кради. 40! Вот это нормально, мужики. Вот этого нам не хватало. Вол. Стены, виндоу. Это что? Раздевалка будет. Раздевалка? Ну, мне кажется, да. Нет, локерс, кемперс. А ну, реально, блин, раздевалка! Гений! Просто гений, красавчик, лайтс. Это ловко придумал. Смотрите, какая красивая раздевалочка в нашем аквапарке. Я бы здесь жил. Прям в раздевалке? Можно это подглядывать за всеми. За кем? За всеми. За нами, да. За всеми нами, понятно. Так, здесь на улице тоже улучшалки, давайте, парня, покупаю. Давай, деньги есть, работаем. Чайрс, все, купил. Надо, может, свет купить уже внутри вот здесь, а? За 32 тысячи. Да, купи. Свет. Да, тем более нам хватает. Слушайте, парни, я так подумал, можно было X2 и не покупать-то, наверное. Ну ладно, купили, все равно быстрее, ребят, уже у нас так, лайтс. Красиво. О-о-о-о! 16 тысяч штерс, этаж 17 тысяч, еще этаж 15 тысяч. Нет, не зря мы, друзья, купили. Ну тут хотя бы светло теперь. Да, нужно будут денежки, нам обязательно нужны. Так, стулья поставил, это мини-бар такой, парни, типа, да, у нас? Зачил. Да. Прикольно. А здесь у нас что? А, фонари за 5 тысяч. Понятно. А, нафиг ясненько. Не нужны, блин. Ну слушайте, парни, когда будем деньги зарабатывать, когда заработаем, предлагают прям на пляже. Сейчас много всего будет докупить.
Потому что здесь улучшалок нереально огромное количество, согласны? Да. Согласны, согласны. Ну все, давайте тогда накопим денежек. На работу идем быстро. Ну вот, 250 тысяч, мужики, вот это четко, погнали вот это тратить. Мы богатей. Да, но нам, наверное, не хватит, конечно же, до конца этого, но мы сделаем вот, хотя бы, чтобы сидели охранники эти. Я охранник. Спасатели. Так, sitting area. Я спасатель Малибу. Бичбол. Вот так, замок какой, а, построил. О, ограждение. Ну, слушайте, вот это круто, парни. Теперь пойдем внутрь, все улучшать туда. Хотя нет, на пляжике еще тут кое-что есть. Большие камни. Давай. О, красота какая. Большие. Смотрите, как тут лампово, как тут красиво. Да, я бы здесь отдыхал. Мне тут очень нравится. Садись, рассказывай мне страшную историю. Ну, я не знаю страшных историй, я знаю только смешные. Ну, расскажи смешное. Ну, идет медведь по лесу, короче. Ага. Видит, машина горит. Ага. Ну, на ее обходит. Ага. И все. И машина так и сгорела. Прикол. Но это больше страшная, наверное, история. Это больше кринжок. Да. Мне казалось, что это смешная. Кринжанул, так кринжанул. Навалил кринжа. Навалил кринжа, навалил. Так, ладно. Ты сам попросил, я тебе сказал. Окна покупаем, окна ставим. Евроремонт, евроокна. Тейбл. Димон, окна нужны. Да, все надо. Все надо. Ладно. Стейрс, лестница, второй этаж. Тут еще вон целый этот. И все, мужики, слушайте. Виндоу. Денег нет. Еще вот здесь window и... Зачем окна здесь? И window, ну, чтобы... Чтобы вода не заливала. Чтобы вода не заливала. Да, и еще table. А-а-а. И еще я могу купить sitting area. А, нет, все, мужички, денежек у нас больше нет. Опа! А 4 ляма, парни, откуда? Опа, она. Себе, это подарок. О-о, вот это да, ну за 4 ляма, я думаю, мы сейчас лучше немного понапокупаем. Ну да. Но не все, наверное. Хорошо, тут такое чил-зона, да? Давайте сначала первый этаж доделаем, потом уже на второй пойдем. Давай. Отлично мыслишь. Так, курпет, курпет, красиво, ребятки. Кто бы хотел к нам, реально, пишите в комментах, всех позовем. Я бы хотел к нам. Так ты и так у нас, ты и так с нами. Ты же и так здесь, андроид. Стейрс. Опа. Walls, window, это куда мы идем? Нифига. О, это выход к морю. Ух ты. Выход к какому морю? К подземному. По 70 тысяч тут улучшалки. Не, вот давай это уйдем да. Отсюда, мне это здесь подвал, нравится. Ребята, тут одни полы по 70 тысяч стоят со стенками. Офигеть. Круто. Жесть, все так дорого, ребят, стоит подвал. Ладно, ну давайте да. Подвал давайте оставим, ребят. В подвал потом пойдем доделаем. Пока что лучше сделаем. Сейчас я вот тут стены куплю, чтобы у нас вот не было. Вот, все, подвал у нас чисто, стенки есть, потом наполним его. Пойдем лучше дальше, тогда уже на второй этаж. Погнали. Ну давай подниматься. Так, во, флор 2, 25 тысяч стоит. А, тут еще вон не докупили мы диванчик. Докупи, докупи. Вот теперь доделали. Стенку не докупили. Все, и свет. И вот теперь, друзья, второй этаж у нас. Тут тоже window. Тут тоже эти окна дорогущие. Все это покупаем. И здесь купили. И вот здесь везде вот window. Купили. Ну слушайте, парни, я думаю, это того стоит. В конечном итоге у нас должно получиться что-то шикарное. А вот здесь как будто бы горка должна быть, да? Ну какая-то. Да. Ну, наверное, ты прав. Очень похоже, ребят, как будто там должна быть горка. Все, я тут все. О, вот они появились. Улучшалки, парни. Улучшалки. Ну что, давайте купим, может, тут действительно Yellow Tree Slide. Горка! Наконец-то! Сейчас поехали. Погнали! Под тебя эта горка желтая. Опять головой я... Ай-яй-яй. И в воду. А я даже не знал, друзья, что у нас вот так вот будет. Прям из дома. Бам, и горочка. Прикиньте, как круто, да? Да, крутяк. Интересно так, конечно, сделали. Ладно, пойдем тогда докупим еще, что там за улучшалки сверху. 2,5 миллиона у нас осталось, 1,5 мы потратили. Угу. Неплохо. Так, покупаем коуч, тауч, пуч, паунч, каунч, смол райдер тейбл, чейрс, демонишнс. Это нам надо все. Красиво, да-да. 2,2 ляма, парни, остается. Пока что еще денежки есть. Кулер. Это охладительный там лед делает, если кому-то жарко. Если кто-то что-то... Тебе жарко? О, здесь у нас билетики придут на горочке или что? Или заселяют в отельчик здесь? Наверное, заселяют. Заселяют в отельчик? Наверное, и то, и другое. Лайтс купили. И где... А, вон там улучшалки. Граунд. Ну-ка, земля. Земля. О, тут тоже, наверное, горки будут. Скорее всего, да, уже здесь. Вот оно! Вот она горочка. Оп-оп-оп-оп. Да, я могу обратно? А, могу. Да, можешь. Тут так еще удобно. Еще есть красная такая же, и еще есть такая о, же серая. О, розовая для меня. Класс! Смотрите, какая вышка. А ну, там тоже будет горка, да, что да, ли? Да, да, да. Серьезно? Так, барьеры, чтобы никто не выпал?
Опа-опа, две! Я сейчас выпаду. Две, три! Синие еще! Нифига себе! Вау, вот это горки пошли! Наконец-то горки пошли! Ребята, сколько горок! Вот это красота! Там как будто с трамплинами еще! Еще выше! Я покатился! Жесть, класс! Смотрите, сколько разных горок! В разную сторону, парни, они смотрят! Раз, раз! Это разрывно! Вот это аквапарк! Накликал, слышь! Ребята, на всех и не прокатишься! А смотрите, какая с трубой! Погнали вот ко мне наверх, ползите! Ну-ка. Сейчас поднимемся. Смотрите-ка, и вот сейчас поехали вот сюда, в дырку вот так. Реально? Вау. Огромная! Она нереально огромная! Жесть. Просто крутая горка, ребят. Самая вообще эпичная. Я хочу прокатиться еще на зеленой, мужики. Да. Надо на всех прокатиться. Я сейчас вот на эту пойду. Уплочено так, на желтый же. Был, да. Все, что заплочено, должно быть проглочено. Вот так, да. Поехали. Блин, куда идти? Слышите, я вылетел с горки. Кто технику безопасности придумывал? Не я. О, это косяк. Димон. Вообще надо не безопасно. Надо штрафовать строителей. Реально, безопасности ноль. Просто ноль. Я вылетел и чуть не умер там. Это жесткач. Но это, кстати, я строил, поэтому мой косяк. Надо исправлять. Так, Димон. Здесь вот снизу докупил, ребят. Потом еще докупим, там вон можно пройти. Конструкция, ошибки лютые. Да, здесь вот барьеры, фенсинг. О, тут чисто вот доделал уже, ребят, чтобы было, как говорится, душа чистая, честная. Да. Все, снизу. На какой горке, парни, поедем? Я даже не знаю, на какой. Опять надо наверх залезть, на какой-нибудь суперкрутецкой. Давай, забирайся наверх. Так, вот красная. Красная просто маленькая, такая синяя. Вот эта синяя тоже такая. Вот я, наверное, отсюда на синий поеду. Все, парни, поехал! Ой! Слышите, гоню! Класс, вообще! Я, опа! Я тоже подлечу, бро. Все, я в водичке, парни. Я уже в воде. Я с таким кайфом. Все, приехал. Вот это, ребята, аквапарк. А где нам нужно докупить было? По-моему, я вот там еще. Ну, я помню, подвал. И вот здесь подвал еще. Это точно. Еще вот здесь, вон. Давайте, парни, докупим. Вот тут ты вот. Где, Димон, ты фиг найдешь? Long table. Да вот, я с Бабяном перед лестницей. Вот, а, Андрюх, понял. Ниже. Тут мы вон long table еще докупаем. Хорошо. Я зайду к вам. Столики куплены. Кайф, Бобсик, а? Вообще кайф. Вообще рахат. Кайф лютый. Только денежек не хватает уже. Все, кстати, последнее. Санчейр и все. Где? Пойдем. Сейчас, вот здесь. Где Бобис? По-моему, это, Андрюха, ты. Не понял. Похож на тебя был. Пойду еще на зеленой горочке прокачусь сверху. Я на зеленой-то не скатывался, на гигантской. Давай, давай, я тоже хочу. Давайте, покатаемся. Давайте, давайте, парни, заходите. Это такой аквапарк вайбовый, ребят, веселье. Человый. Все, поехали. Let's get it. Я погнал. Поехали. Ча-ча-ча. А что, мне не поехал? Парни, а я не поехал никуда. Что такое опять? А, не, поехал. Ну давай! Я разбился. Да он меня не везет туда! Не любит! Во, все, поехал, поехал, поехал! Ничего себе, оно огромное! Здорово! На тебе водой, на, помойся! Не обливайся, Андрюха! Ты меня облил, я встать не могу! Ну вот и все, не знаешь. Еле встал, спасибо, блин, называется. Вот это да. Так, ладно, пойдемте заберем денежки, парни. Сколько у нас там накопилось? Наверное, мало. Давай, давай, давай. Наверное, вообще копейки. Ну-ка, сколько? Давай посмотрим. Да не, всего 300-400 тысяч, надо еще подкопить. Ну что, ребята, накопили мы 1,5 миллиона, и сейчас будем застраивать наш аквапарк. Да, погнали, парни, давайте идите за мной, нам нужно на второй этаж. Перед тем, как мы сделаем подвал, мы сделаем здесь все сначала. Ну давай. Так, идем сюда, вот, все, ставим чир, ставим Sun City. Здесь также все ставим, ребят, челово, кайфово, все поставили. Еще одна горка. Вот такая. И здесь горочка, вот опа, такая. Я на этой это поехал. Надо, давай. О, а чё оно вот так все кувырком? Да. Чисто кувырками, кувырками. Андрюха вообще как этот. Я на под воду. Капитан на идет дно. На дно. Я так, Джек Воробей. Хорошо, здесь мы, парни, все докупили. Остается, по идее, нам последнее, подвал. Больше ну, у нас погнали, нет улучшений. Погнали. Насколько я понимаю, правильно же? Ну, типа того. Больше я не вижу. Погнали в подвал. Спустимся, так, а и все, не знаю, вот здесь вот, через главный вход, и вот так вниз, и вон ведет в подвал. Ты что прыгаешь, а? Что в подвале будет, ребят, если честно, я не знаю, и даже немножко мне страшно. Мне страшно. Так, ну, погнали. Уже там в подвале. А может тут просто комнатки чиловые? Чил-зоны. Да, тут, наверное, чил-зоны, точно. О, стол ставь. Вот, сейчас поставлю. Или здесь нет стола.
Нет, нет стола. Тут просто сидят и общаются. А, просто. И Андрюха стоит это ногами грязными, прям на чистом этом. Ну да, да, я важный. О, тут мой офис. Ну вот это да, балдёж. Тут я офисный работник. Да, парни, да. Тут мой офис главы аквапарка. Так, ну слушайте. По-моему, нам не хватило немножко денег, чтобы доделать этот подвал. Очень грустно. Ну а теперь, наверное, хватит, да, Андрюх? Забрали денежек? Ну, да, давай, забирай. Чё, брейкдансер? Ну ты на брейк. Я люблю брейкданс. О, тут тоже круто, да? Оп. Это мой офис будет. Это твой. Кстати, солидный бобян. Я знаю. Вот и хочу сказать, солидно. Солидно. Только у нас тут дырка когда-нибудь заделается. О, Андрюх, иди танцуй. Это мне надо. О, давай, пошёл хас. Круто! Опа, Андрюха, танцы, танцы. Это мне надо, это мне надо. Танцы пошли, парни. Кайф, четко. Слушайте, а у нас тут так дырка-то и будет? Вот наверное. Это. А, тут есть улучшалка, просто она 100 тысяч стоит, она только разблокировалась. Там дальше еще что-то, парни. Да? Пойдем денежки заберем. О, ребятки, целых 500 тысяч у нас накопилось. Ну что, погнали, парни. Let's get it. Так, ну видео это улучшалка. Кажись, ребят, там либо последнее, либо одно из последних улучшений прямо в этом подвале, в нашем аквапарке. Кстати, снизу тоже круто. Сверху горки, пляж, море, а там тоже крутяк, дискотека и все такое. Дискотека века, да. Ну-ка. Ага, волс. О-о-о. А, ну тут последняя комната, парни. Чисто последняя уже, но тут вряд ли нам хватит. Так. Все, хватит только на это, и не хватает на два улучшения. На пейнтинг. Очень грустно. Да, я сейчас приду с деньгами, сидите здесь. А вот он и я, бобян, с деньгами. Ждешь, танцуешь? Да, да. Dance, вот dance, он. Dance. Все. Да ёкалэмэнэ. Последний рок-блок, 134 тысячи. Ну вот, я опять с деньгами, парни. А где мужики, подпись? Помогите. Ну как там с деньгами, если это просто... Ты чё, бобян? Писал застрял. Бобис, а я тебя закрыл, слышь? Ты его замуровал, братан. Да, последний, кстати, свет, парни, надо. Ну все, парни, lights. Все, мы доделали. Здравствует свет. Ребята, завершение аквапарка. Мы сделали все. Абсолютно каждое улучшение мы купили. Купили все горки, абсолютно все приколы. Сделали весь декор. И полностью обустроили наш мега-суперский аквапарк. И мы надеемся, что такой аквапарк и такой ролик вам понравился. Ребята, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши каналы. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментарии. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Всем огромное спасибо за просмотр, удачи. Болейте успехов, хорошего настроения и пока-пока! Всем братского сердца, дорогие друзья! Это чуваки!